Сегодня вот такой огромный заказ из магазина супермаркета Morrisons. Честно говоря, первый раз заказываю из Morrisons в Англии. Ну сколько у нас, наверное, сетей 10 магазинов есть. Я даже во всех не был. А у них сейчас скидки идут. И первый заказ еще и 10 фунтов стерлингов. Как бы дополнительная скидка. Ну вот я немножко подзатарился продуктами, забью морозилку. Ну хотя, может быть, я даже не все заказал, что надо. Заказал много того, что не надо. Ну и еще, почему я оттуда вообще решил сделать заказ? Потому что у них в наличии есть говяжье сердце. Я хочу сделать пирожки с ливером. И заказал у них сердце и говяжью печень. В других магазинах почему-то она пропала, когда ковид начался. И нету именно говяжьего сердца и говяжьей печени. А есть только свиная, ягнячья. Я не люблю свиную и ягнячью. Так, и у них есть картошка King Edward. Моя любимая, сахаристая, рассыпчатая, по 2,5 килограмма, вот такие вот пакеты. Вот я заказал пару пакетов. Так, тут выпадает томатные соусы разные, на пробу заказал их. Соус, это соус паста, это острый соус чили. Так, вот такой соус. Так, вот так вот сделаю, чтобы получше было видно. Не знаю, так будет лучше видно. Так, вот этот соус был по скидке. Он обычно стоит около 2 фунтов, а сейчас 1 фунт в Моррисонсе. Так, здесь второй пакет картошки. И удивительно, что у них до сих пор пластиковые пакеты, когда их отменили. А может быть, они, которые растворяются? Нет, их просто ресайклом делать. Так, заказал вот такую вот куриную грудку у них. Вот килограмм 4,99. Вот здесь 4,99. 4 килограмм здесь получается. Потом вот такие вот разнобойные перцы, которые дешевые, разные, которые в формации, они подешевле. Вонки называются, разные. Бывают даже разные сорта. Так, что здесь у нас? Заказал вот такую свеколку с наборчиком. Какая у них она крупная, хорошая. Может быть, в этот раз. Это мой первый заказ из этой сети супермаркетов. Так, вот еще одна. Это что-то, по-моему, 69 у них стоит, что ли. Или сколько? Так, капустку хорошенькая. Капустка тоже где-то 70 или 60 за вилок. Так, это вот еще один соус. Томаты и грибы. Тоже у них не пробовал. Вообще в коопе очень вкусные. Можно их с мантами, пельменями, с котлетами я люблю. И картошку туда макать, чипсы классно. И тефтели готовить. Но у них, не знаю, вот второй тоже такой же. И вот такой. Так, что еще заказал? А, пачку сборных яблок вот таких заказал. Это тоже самые дешевые. Сорт здесь какой положат. Здесь почти 2 килограмма. И они, какой вот у них есть сорт в это время, они сами сорт выбирают. То есть поэтому они дешевле, потому что сорт неизвестен. Как бы, ну они пишут, но они как бы разные недели, разные сорта. Потом вот это мяско было, говядина на оценке. Такая вот молоденькая говядинка.
Вот. Она сколько идет? 13 фунтов за килограмм. Но у них она была 6 с чем-то за килограмм по оценке. Так. И вот такое сливочное масло. 250 грамм. Это солт соленое. Подсоленное. Я иногда подсоленное беру, иногда не подсоленное. Так, что еще? А вот это вот морозилку надо убрать. Сливочное мороженое Ben & Jerry's Baked Alaska. Такое простое я взял, чтобы с грецкими орехами есть. Так, потом у них по распродаже были большое количество всяких морепродуктов. Я вот взял разных. Одних каких-то не было, они заменили мне на креветки. Ну, получится, двое креветок будет, наверное. Так. Вот, кстати, в других магазинах нету некоторых из вот выбора. Это все заморожено. Это tentacles. Это, короче говоря, тоже вот вкусные такие морские. Это кусочки от этого, там какие-то вырезка от кальмара крупного. Так, что еще? Так, это у нас трески, рыба трески, два вот таких вот брусочка в сухарях. Тоже очень вкусно. Это охлажденная клубника. До 2 ноября. Такая клубничка. Так, это сюда уберем. Так, вина. У них все там по распродаже почти было. Вот этот вот называется у них тоже вонкий виноград. У них он оказывается дешевле, чем во всех супермаркетах. Это тоже виноград, который разноформенный. Допустим, не одинаковый, там, кругляшками или как. А он, видите, и круглый, и дольками. И они его дешевле продают. Это считается как бы у них, так как ягоды неровные, это как бы как выбраковка. Но он самый вкусный, блин. Я не знаю, почему они так считают. У них даже виноград должен быть все вот эти ягодки одинаковые. Тогда это сортовой, а это вот разнобой. Но он вкусный. Он вообще классный. И у них он самый дешевый. Вот этот вот пакетик стоит 1 фунт 50 копеек. Это обычная цена, без скидки. Вот. Это дешевле, чем... Потом я взял whipping cream. Это сливки взбивать. Хочу делать Павлову, десерт Павловой. Ягоды взял, вот клубнику. И вот эти сливки взбивать. Буду делать десерт. Так, вот еще одна пачка винограда. Такого вот тоже потемнее, посветлее. Надо будет в холодильник все это убрать. Короче, подзатарился. А, вот эти порционные меранги для десерта Павловой. Вот такие вот они уже. Это безе. Избиваешь сливки, потом ложишь крем. Вот этот вот. И ягоды. Еще я мороженое люблю ложить тоже. Ой, такие маленькие, они порции прям здесь совсем. Как бы раз кремом помазал, ягодками сверху и мороженое рядом, шарик. Получается обалденно. И готовить эти меранги не надо. И они стоят вообще копейки. То ли 25 копеек, то ли 29 вот за одну такую упаковку. То есть, ну это Сникерс стоит, я не знаю, 50, наверное, копеек. И вот такая вот упаковка мерангов стоит безешек в 2-3 раза меньше. Вот, поэтому я взял две упаковки. Все их сразу не использую. Взял вот такие грецкие орехи для мороженого. Где-то я еще пекан заказал. И пекан попробую. С грецкими орехами-то я всю жизнь ем, толку их. И посыпаю сливочное мороженое, очень вкусно. А вот пекан я не пробовал с пеканом именно мороженое. Так, взял вот такое печенье.
с белого шоколада и с молочного, с апельсином еще есть где-то. Хотел на пробу взять. Я вообще белый шоколад не люблю, но один раз попробовал. Он здесь такой кремовый, такой вкусный, что оказывается-то он очень вкусный. Здесь у них, да, и вот такое же печенье, молочный шоколад с апельсином, тоже обалденный вкус. И оно тоже в полцены. Я практически здесь все взял, то, что было по скидкам. Практически. Вот это тоже было по скидкам. Обычно я такое не покупаю, Skittles. Вот эти вот кисленькие. Типа как M&M's, только они кисленькие такие. Так, вот эти вот Flapjacks. Это такие как типа печеньки, покрытые шоколадом. И, конечно, здесь все не по диете, блин. Покрыты шоколадом. И эти отруби, как они. Овсянка. Это вот я запас проложу. Положу дома. Печенье хранится. Гости придут к чаю. А это самому есть. Вот такие вот флапджакс. Овсянка, овсяное такое. Так, хлебушек взял. Такой вот. Так, что еще? Так, еще вот такой соус один острый. Затем взял без кофеина и сахара колу и спрайт. Не могу никак отказаться, хочется иногда, ну хотя бы без сахара, без ничего, там ноль всего. Химия, короче. А вот они эти кальмары уже готовые в сухарях. Морепродукты. Надо это все в морозилку убрать. Потом вот такие вот креветки неотваренные. Я люблю неотваренные брать, самых как бы не замороженные, самых как бы жарю на маслице с чесночком. Салатик делаю с чесночком, с приправками там острыми. И они такие розовые потом становятся. И они намного вкуснее, чем уже когда вареные берешь. Лучше самому пожарить. И вот они. Вот это, кстати, аргентинские креветки. Shell on Argentinian Red Shrimp. Красные аргентинские креветки из Аргентины. Вот такие вот крупные, которые королевские. Вон они выпали у меня. Вон они какие. Ну хорошо, что они какой-то продукт заменили на эти креветки, морепродукт. Там еще я какой-то морепродукт брал. Его не было. Вот эти тоже по скидке все были. Три упаковки взял этих кальмаров. Их жарить надо быстренько там. Обжариваешь, они вкусные очень. Но они уже готовые. Я кальмары вообще не умею готовить. Если вот брать свежие кальмары и самому их там отваривать, нарезать, я все время их или перевариваю, или что, они у меня невкусные. А когда вот такой берешь, уже готовые, очищенные, все, то они вообще обалденные. Уже жаришь их и... Так. А, вот такие вот чипсы тоже взял. В морозилке у меня всегда лежат. Вот такие вот в духовку на лист вываливаешь на 20 минут, 25. Просто обалденные. Как вот картошка фри, только крупные такие. Всегда запас у меня лежит. Вот я взял. Так, ну и вот, вот это вот сердце. Это оно уже здесь нарезанное, очищенное кусочками. Вот, ну, я буду из него делать фарш. Буду ливер делать. Может быть, так тоже пожарю, мне нравится. Вот. Так. Ну это вообще, конечно, я взял. Еще и шоколадный торт. Но он долго хранится. Тоже был по скидке. Соблазнял. У них вообще много так скидок. Я у них буду теперь покупать. Я для себя на несколько недель назад от Сейнсбурис первый раз делал заказ. Мне там понравились продукты, качество, все такое. А это уже печень, тоже вот она очищенная уже от вот этой пленки, от всего. И вот такими вот кусочками удобно, все готово уже. Все чистое, можно жарить и делать ливер или крутить ее. Вот я тоже, сколько я взял? Я, по-моему, три сердца, три печени взял, да.
А, что-то они мне, наверное, заменили. Что-то мне сердце этого больше получилось. А, нет, это... Да, что-то у меня получилось этих всего две. А этих аж... Что-то они мне, наверное, заменили на печень. Ну, я посмотрю по имейлу там что-то. Ну, ладно, печень я люблю говяжью. Супер, буду так жарить. А, вот он. Или они мне лишнее положили? Я же вроде бы три брал. Что-то я неправильно, что ли, взял. Нет, по 4 печени, по 4 сердца. Или я что-то напутал, или они лишнее положили. Ладно, проверю. Ой, вот такие вот беру томаты разнобойные. Они такие сейчас сладкие, такие вкусные. Вот я их ем как бы вот вместо винограда. Но виноград тоже взял. Я как виноград ем. Они же очень, вот эти томаты, насыщены витамином С и всеми микроэлементами. Они такие сладкие. Вообще обалденный вкус вот у этих черри разнобойных. А, и вот ягоды взял на Павлову десерт. Голубику взял. На меранге. Ой, еще одно сердце. Это вообще... Что-то там напутали мне. Мне, по-моему, лишнего наложили, что ли. Я столько не заказывал. И оно дешевое. Но вот эта пачка стоит 1,25. И там, если 3 берешь, еще какая-то скидка. А вот это 1,17 по весу, да? Ну, я, по-моему, по 3 брал. А они мне что-то по 5 положили. Так, и вот это вот другая рыбка на пробу я взял. Это рыбка уже тоже очищенная в сухарях. Как она называется? Плоская, которая на дне плавает. Такая вот филешечка вот этой плоской рыбы. Как же она называется? Забыл, такая черно-серая, которая с одним глазом такая. Но она вкусная, а здесь она уже тоже очищенная. Вот я люблю, когда уже все готово. Рыбу люблю. Так, и вот эта рыба, а это тоже, это трески в кляре. Это та в сухарях была, это, по-моему, в каком-то кляре. Да, это в кляре, короче. Без костей. Ну вот, столько всего набрал. Вот такие у меня конфеты тоже есть. Это я в Коопе покупаю английские, известные. Вот это Quality Sweets, английская фирма. И вот такие прикольные, разноцветные, там разные конфетки. Сейчас покажу. Такие вот они там в разных упаковочках. Мне нравятся, очень вкусные они. Все это или не все? Наверное, все. 20 минут снимал видео. Ну и все остальное. Подсолнечное масло я заказывал, это все заказывал. В общем, набрал всяких необычностей. И обычностей тоже много сладкого, конечно. Вот. Ну, постепенно все это уйдет. Ну вот это, блин, куда я буду это все складировать? Ну, первым делом сейчас убрать заморозку в морозилку.